Пунктура с электростимуляцией или электроакупунктура использует лечебное воздействие импульсных токов на биологически активные точки. Данная методика позволяет эффективно купировать болевой синдром различного генеза, имея выраженный анальгетический эффект, а также улучшая локальный кровоток и трофику в области болевого очага. Показания к применению электропунктуры – это болевые синдромы, связанные с поражением периферических нервов, невралгия, неврит, плексит, радикулит, фантомно-болевой синдром.